любовь лишь мое светило, твоя любовь. Так красиво, твоя любовь эти так-то сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь. Чемпионат мира по фейерверкам. Я вот так. Сейчас. Я только что отпел, еще мокрый, стою холодно на улице. У меня в полотенце и в халате. Так, Маша Виногарова встретил красотку. Так, ждем. Зашел в себе примерку, облачился в халате, кажется. Смотрите, сейчас вам покажу кое-кого. Народ тебя смотрит. Вот гримерка у артиста, вот смотрите какая. Какие-то вот, уже не первой свежести фруктики. Имбирчик. И чан чая. Все, никакого алкоголя, представляете? А думают, что мы... Артисты бухаем, как с нами там видосиками, смотрите, как. Михаил, поедем или будем ждать второй? А мы можем сейчас уехать? Скудненько, ну, видите, вообще, да, вот, вот гримерная комната. Конечно, скудненько. Нет, а я что, Катя собралась, все? Смотри, какая у меня футболочка. Артемушка Кривдов, смотри. Твоя футболочка у меня. Катюш. Сейчас не взял ничего, пожалуйста. А почему должен быть имбирь вреден для связок? Нет, почему? Не сильно нет. Наоборот, разогревает хорошо. Ух. Ленинград, огромное спасибо. Слушайте, такой дикий ливень был. Я выступал перед... Ну, здесь
сколько тысяч, наверное, не знаю, 15-20 тысяч человек, и они с зонтиками. Я видел только зонтики. Я выступал перед самым большим количеством зонтиков в своей жизни. Я никого не видел, когда был дождь, я видел только зонтики. Я думаю, что меня тоже не особо видели, сами уже слышали. Вот. Но было круто, громко, я еще никто не ушел на сердце из-за дождя, потому что все пришли. Но, не, конечно, не ради фейерверка, ради меня. Это понятное дело. Вот. Час мы отработали. Вот. А сейчас вот фейерверк. И да, у меня вскочил прыщ. Даже два. Пим-пим-пим-пим. Слушайте, у нас какой-то невероятный уже марафон, уже какой концерт подряд и какой уже перелет подряд. По два самолета в день уже, наверное, последние две недели. И, честно говоря, уже мы так... Вот, поэтому завтра опять вылет с утра в Москву, а вечером мы летим опять куда-то. Я уже не помню. Че, поехали? Не показывать вам салют вторую команду, да? Не надо. Честно. Катя, давайте. Все к тебе на аккаунт зайдут, и ты будешь смотреть. Показывайте. Тогда я надо переодеться, мы сейчас снимем. Почему холодильник фотографируется? Пока, друзья. Друзья, ближайшие салюты. Салюты, концерты, в карты которые вы можете прийти официально по билетам. 14 Сочи. Мы вновь приезжаем. Сочи. 14 августа. И 15 августа. Анапа вновь. Во второй раз мы приезжаем, потому что в прошлый раз было нереально круто. И вы просили, мы приезжаем. Поэтому мы вас всех ждем. 14 апреля. Анапа. Сочи, 15-я Анапа. Да. Пока все. Поехала спать. Ну, ребят, ну, команда следующая. Поехали. Смотрим. Вам не показать. А что, музыка-то где? Конечно, круче. Еще громче, согласились. Абсолютно заслуженные лоши. Команда Португалии. Все. Ну что ж, дорогие друзья, команда Португалии оказалась круче. Программа «Мир музыкальных представлений». Мир в день мирового чемпионата.